Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. З радістю представляю вам сьогоднішнього свого співрозмовника Георгій Деліїв. Людину ви знаєте. Вітаю пана Георгію, але я також представлю як представника Української морської партії Сергія Ківалова. Ми сьогодні з Георгієм шукаємо відповідь на питання. Питання, можливо, риторичне, можливо, ні. Одеса – культурний центр України. Пане Георгію, чи можна Одесу вважати культурним центром України? Ми багато чуємо, що там Одеса – столиця гумору. Але, вибачте, я не зовсім погоджуюсь. Так, столиця гумору, а лише столиця гумору? А як же ці фестивалі, театральні, кінофестивалі, якось все ж таки нас звужують уявлення столиці гумору? Ні, безусловно, Одеса – культурний город. І ні для кого це не секрет, по-моєму, це признають во всьому світі. Вот, есть даже такая легенда, но я считаю, что отчасти доля правды есть. Когда приезжают артисты из других стран, из других городов, они боятся выступать в Одессе, потому что в Одессе особая публика, они приходят, говорят, ну-ну, давай, показывай, развлекай, учи нас чему-то. И очень так скептически относятся. И вот существует такая легенда, что, дескать, если ты в Одессе пройдешь как артист, то ты покорил весь мир. То есть дальше тебе открыты все двери, тебя примут в любом городе, в любой стране. Но причем я это слышал от многих артистов. То есть это не легенда, создана не одесситами, это легенда, которая создана теми людьми, которые побывали здесь и какой-то опыт вот такого общения приобрели. Вот. Но что касается того, что Одесса столица юмора, в этом есть очень правдивая философия. Потому что Одесса — это многострадальный город, который повидал на своем веку много-много всяких перипетий и трагедий пережил. Вот. И даже вот в последнее время это происходило. Но, к счастью, одесситы — это такой особенный народ, который умеет относиться прежде всего к себе с юмором, с иронией. Поэтому вот эти трагедии, они, может быть, не так тяжело переносятся. И, наверное, это вот такая светлая, отличительная черта одесситов. За это одесситов уважают, любят и, ну, мне кажется, высоко ценят. Вот в этом, наверное, особенность того, что Одесса — столица юмора. Мы, кстати, несколько лет назад прямо у нас в театре «Маски», в Доме клоунов открыли первое в мире посольство юмора в Украине. Но мы взяли так вот просто нагло вот на себя такую обязанность. Мы посольство, мы там какие-то бумажки писали куда-то в ООН там или еще что-то. Но это очень долгая рутина, и я не думаю, что это как-то подтвердится. Но тем не менее мы вот запустили, вот как-то, ну не знаю, заняли вот такую нишу свою. Але ми говоримо також про гумор як частина культури, частина мистецтва взагалі в Одесі, в Україні. Той напрямок, в якому йде розвиток мистецтва і культури в нашому регіоні, це вірний напрямок чи, можливо, десь щось краще зробити? Ви, як людина досвідчена, вже багато чого побачила в світі взагалом. Ну, кстати, я ще скажу об остроумі, да? О юморі. Вот. Юмор – остроумие. То есть остроумие, даже если вот вдуматься в словосочетание, острый ум. То есть в любом случае человек, обладающий остроумием, он умный как-то вот особенно, ну как бы в правильном направлении, да, потому что ум же можно применить в любую сторону, да, это как вектор, куда его направишь, туда он, ну, какую-то силу. Вот, остроумие позволяет очень гармонично вот находиться здесь и сейчас, в определенной ситуации, как-то найти правильное решение. Вот. Это не всегда смешно, остроумие, то есть, но чаще всего это связано с какой-то иронией. Вот. Что касается всего мира, многие люди во всем мире Одессу знают как какой-то особенный город, причем даже как бы ни пытались, ну не знаю, многие не знают, что он в Украине находится, Одесса. Вот. Ну, это парадоксально, но это так. Одесситов по всему миру очень много. Франция, Британия, Япония, Китай, там я уж не говорю Соединенные Штаты Америки или Израиль. Вот. И одесситы как-то так высоко ценятся в любой стране, в любой городе. Они особо выделяются. Я не хочу обидеть другие города, не хочу обидеть другие страны, но одессит — это звучит гордо. Для всех.
Ну, ми багато говоримо про ну, старовинну Одесу, про такий одеський говір, про одеські анекдоти, про одеські традиції. А ось Одеса 21-го сторіччя, ну це ж не завжди там щось таке погане, так? Щось сучасне. Можливо, щось потрібно, є якісь плюси в сучасній Одесі, ну, в тому числі і культурні. Ну, весь мир міняється, тобто весь мир становиться, как бы, глобализм он так поглотил весь мир. Но при всем при этом я вот наблюдаю, как меняются другие страны, другие города. Одесса все-таки наиболее сохранила какую-то самобытность. Больше, чем другие города, страны. Мне так кажется, это мое субъективное мнение. Вот, хотя, конечно, да, глобализация повлияла на Одессу очень сильно. Что, на мой взгляд, печально. Я би не хотів, щоб так. Тобто, самобутність треба зберегти і да. нащадкам передавати постійно-постійно. Да, да. Тобто, іменно так. А щось з 21-го сторіччя з собою забрати в такий портрет одесита? Сучасна Одеса? Ну, мені кажется, що це студентський город по-прежнему. Він остався, сохранився, тому що у нас получает очень качественное образование. В разных сферах. Я преподаю в Международном гуманитарном университете. И очень счастлив. И я, ну, как бывал во многих других учебных заведениях высших. И понимаю, что здесь очень хорошая среда. Ну, прежде всего, люди, которые преподают, руководство. Это главное. Но и немаловажно вот то помещение, где находится. То есть сюда приходят молодые люди. Они видят очень ну, красивые интерьеры, хорошая обстановка. Здесь приятно находиться. Потому что, ну, я не буду называть там другие учебные заведения, даже имеющие там какой-то высокий там государственный ранг, туда приходишь, там эти, не знаю, там ремонта, наверное, уже 50 лет не было, как правило. Ты заходишь, какие-то там эти поломанные полы, тут где-то обои отстали, тут где-то краска отлетела, эти старые какие-то столы, парты, тут современные окна, тут какие-то старые, которые из щелей там дуют везде, зимой холодно, ну и так далее. То есть молодому человеку не хочется приходить учиться, хочется в таком помещении. Хочется быть в уюте, в комфорте. Вот. Ну, и это, в частности, важно. Поэтому, наверное, студенчество – это такая основная черта современной Одессы. Ну, такое существует мнение «понаехало». Да? Это во всех городах, там, в больших городах. Когда... Всегда так было? Да. Мне не сдавалось. Да, всегда так было. Сегодня особенно много, ну, большой приток людей. Но я должен сказать, что очень много специалистов высокого класса приехали в Одессу, которые таким образом украшают ее, Одессу. То есть они как своими знаниями, свой профессионализм привнесли, и это большой плюс для Одессы. Хотя печально, что очень многие светлые умы уехали из Одессы и продолжают уезжать. И существует, ну, такой закон, он до сих пор остался, что если человек очень талантлив, очень, ну, не знаю, там как-то в перспективе успешен, ему надо уехать из Одессы, чтобы реализоваться в другом городе. И потом он как такой, ну, значимый одессит, человек, который вот когда-то жил в Одессе, он возвращается, говорит, о, ну это ж наш, это ж Семочка, который жил вот здесь у нас на Молдаванке. Я его видел там, он вот такой вот еще мальчиком приходил, вот видите, как он на скрипочке хорошо играет, или какой он ученый стал, какой он артист. Вот, мне кажется, это тоже немножко еще осталось, что Одесса, она имеет какой-то свой уровень, и знаменитые одесситы, знаменитыми одесситы становятся за пределами Одессы. Ну, в тому числі це стосується і людей мистецтва, які да. чомусь більше реалізовуються за межами Одеси, але коли ми їх зустрічаємо, ми говоримо, що ось це наша людина. Знаєте, я ще от хочу процитувати там репліку із спектакля «Одеський підкидиш», який написав Георгій Голубенко, і там вначале я вихожу, говорю, ну, такий пролог, як вступлення. І... А такой интересный, смешной монолог о том, что Одессу воспринимает как бандитский город. Ну, конечно, все знают, что да, именно здесь, на Молдаванке, жил и трудился величайший бандит, налетчик всех времен и народов, Мишка Япончик. И как хотелось бы оказаться в эпицентре, особенно если там будет ограбление в этот момент, люди запомнят на всю жизнь, это будет праздник, хотя, может быть, этот праздник будет последним в их жизни, ну и так далее. Но я вам скажу по секрету, в Одессе жили, об этом знают все одесситы, но молчат, не хотят отпугивать туристов. В Одессе жили не только бандиты и налетчики, в Одессе жили интеллигентные люди. И дальше расскажу об интеллигенции одесской.
Вот. Это правда. Все ж таки так, Одеса – це не лише місто бандитів, місто інтелігенції. А таке філософське питання, непросте. А, все ж таки є така мета – розвивати культуру, мистецтво, тому що ви в Одесі, ви не емігрант. Пане Георгію, я дуже вдячний вам за це. А, які є, можливо, там алгоритм у вас, у колег з Української морської партії Сергія Ківалова, щоб мистецька Одеса, Одеса культурно, це лунало, ну так гучно лунало? И надали. Да, ну я повторюсь, прежде всего, это обучение, потому что сейчас, благодаря Сергею Васильевичу, открыли еще одно отделение. Это артист, вокалист джазовый, эстрадного джазового стиля и артист музыкального театра. Это фактически актер мюзикла. Вот. Это очень перспективные специальности для артиста. Я думаю, они в будущем будут очень востребованы, потому что сегодня все театральное искусство и киноискусство стремится к синтезу, когда музыка и актерское мастерство и балет — это все воедино, как-то в единый образ сплетается. Вот мы будем обучать, мы набрали и продолжаем набирать очень опытных специалистов. Не просто педагогов, которые имеют какую-то хорошую базу, ну, школу преподавания, а это педагоги, которые имеют опыт своей работы профессиональной. Певцы, драматурги, режиссеры, актеры, звукорежиссеры, которые работали практически в очень успешных проектах, которые современные, знают все современные технологии и будут, в общем, обучать этому молодых людей. Значит, об этом я хочу сказать. Кроме того, сейчас, ну, дай бог, вот, ну, запланирован, открывается большой комплекс культурный, это церковно-приходская школа и комплекс обучения и спорта одновременно, где мы открываем там огромный зал, киноконцертный зал на 850 мест, и там даже больше будет, который оборудуется по самым современным. Я думаю, это будет в Одессе самый современно оформленный зал, самый современный по оборудованию, по архитектуре. Хотя, конечно, я должен сказать, что, ребята, театр «Маски», дом клоунов, сюда бегите, это вот такая мекка Одессы, это юмор. Но, видите, я говорю о том, что будет, это будет театр, комплекс, который будет и приглашать других артистов, и каких-то педагогов. Он универсальный. Это такой мультиплекс, но театральный. То есть там могут и лекции проходить, и собрания большие, и, ну, как актовый зал будет работать. И будут современнейшие шоу и спектакли проходить, потому что свет, сцена, звук будут позволять. Вот. И там же будет происходить обучение будущих актеров, артистов на этой сцене. Значит, и мне кажется, что это станет каким-то клубом таким, ну, центром, объединяющим вот какое-то молодежное такое, авангардное движение, но вместе с тем с учетом и каких-то традиционных форм. Вот, значит, что еще хочу сказать? Я не хочу забегать вперед, но мы уже начинаем, я бегу впереди паровоза, там, предлагать, ну, определенные фонды, поддерживающие, ну, вот Нина Кравец, она, конечно, умничка, она декан, и она вот, это ее идея, она предлагает создавать фонд, поддерживающий молодых артистов, которые не смогут еще вот, ну, накопить какие-то деньги или взять какие-то деньги у кого-то, найти инвесторов, спонсоров, потому что их никто не знает, им не верит. Вот. А мы будем способствовать этому, чтобы развивать молодые таланты. Потому что пока ты молодой, у тебя много энергии, ты хочешь этого, стремишься, и тебе надо дать эту возможность. Потом, когда ты уже становишься, ну, таким, там, добившимся чего-то, уже немножко пропадает эта энергия, и у тебя уже это есть, и дальше нет мотивации дальше развиваться. Молодым надо давать. Значит, это. С другой стороны, мы будем поддерживать, наоборот, каких-то корифеев, пенсионеров, которые в свое время дали огромную жизнь там, гениальным проектам, но сегодня о них забыли. Значит, надо напоминать общественности. Вот такой проект будем создавать. Ну вот уже даже, видите, три вот этих таких аспекта я перечислил. Это очень немало для Одессы, это очень много. Дай бог, если это все сбудется. Вот. И еще есть ряд проектов. Я не хочу забегать вперед, пока мы не начнем шаг за шагом так делать. Вы
Потім прийдете, я обов'язково розповісти. Все буду розказувати, от шаг за шагом. Я ось чую вас і бачу там нове життя там і одеської, і української там театральної школи, і кіно. Ну, я, хвала Господу, часто буваю в театрах, мені подобається во всіх театрах Одеси. Я бачу, що там ну, немає якоїсь там стагнації, а у нас дуже люблять говорити, що кіно, українське кіно в занепаді, там, критикувати його люблять. Ну, можливо, завдяки там, молодим актерам, там, режисерам, драматургам. І буде такий потужний такий ривок нашої кіношколи Одеської? Ну, всьому своє время. Да. Просто ну, кіно, оно требує больших вложений. Тобто, це іскусство і бізнес. Огромный. И очень тяжело сочетать, понимаете, вот чисто искусство, то есть бизнес бизнесом, искусство искусством. Как правило, вот такое разделение есть. Хотя, ну, это, мне кажется, это неправильно. Вот. И у нас так государство устроено, что почему-то считается, что духовность и культура, они где-то там на третьем, на четвертом, на пятом месте. А впереди паровоза, значит, вот экономику надо поднять, вот какие-то там потом социальные какие-то подтянуть. Проблемы, в смысле, исправить. На самом деле нет. Духовность и культура, они должны быть впереди. Потому что как только появляется духовность и культура, выходит на какой-то более высокий уровень, экономика и социальность подтягиваются. То есть люди тут же начинают понимать, как зарабатывать деньги, как жить хорошо в содружестве. Вот. Я не буду приводить примеры, но просто исторически можно посмотреть все, что происходило в истории человечества, так и есть. То есть как только духовный культурный уровень возрастает, дальше там, не знаю, государство или там страна какая-то начинает процветать. Вот, поэтому, но у нас пока нет такого в государстве, да, в Украине. Но в Одессе это можно сделать, потому что Одесса очень независимый город, в нем ну, большие амбиции у людей, они до сих пор сохранились. И меценатство развито до сих пор, и всегда это было. Это одна из ну, богатейших традиций Одессы, меценатство. Вот. Мне кажется, что благодаря, ну, можно на одесском уровне сделать процветающий город даже вот в кризисное время. Это реально. Знаете, я погоджуюся с вами, я пригадую свою думу, одну розмову з політологом одним, він розповідав, як зароджувалася та стара Європа, ну не відносно стара, ну старий Євросоюз, так, це для нас там років там 20 чим-то там. І це було сполучення країн не там завдяки там якимось трубам, паливу, нафті. Це було такі саме завдяки мистецтву, там видовим митцям минулого. Це і композитори, і творці, там і художники. Ось завдяки цьому і відбувалося об'єднання. Так що чому б ні? Саме союз таких ось людей мистецтва, таких планів культурних, добрих. Є майбутнє, успішне майбутнє і країни, і взагалі таких. Ну, да. Ну, кстати, Одеса ж це ж центр Європи. Тобто територіально це саме центр Європи, якщо я не ошибаюсь. Погоджуюсь з вами. Ігорю, дякую за серйозну розмову. Наші глядачі, напевно, ніколи ще не бачили Ігоря Делієва таким серйозним. І це добре. Це добре, тому що ну, є такі стереотипи. Я ніколи не буваю абсолютно серйозним і ніколи не буваю несерйозним абсолютно. Є такі стереотипи, ось там комік Георгій Делієв, там не завжди. У нас за останній рік, здається, довіра до коміків дещо впала. Ну, я в этом не виноват, кстати. Ось приклад того, що... Я не принижал имя комика и не принижал там имя... С честью несе Георгій Делієв цей статус. Надо оставаться человеком всегда, в любом статусе. Вот и все. Это главный мой принцип. Это для любого человека, кто бы ты ни был. Я дякую вам, я бажаю успіхів вам, вашій команді, у всіх планах, плани дійсно... Дуже такі світлі плани. Пропоную періодично зустрічатися, звіряти наші годинники. У вас поки що немає. У мене є, я просто не надівався. Так, звіряти годинники і будемо сподіватися, що все це буде реалізоване. Дякую, радий був. Спасибо. Бачите, залишайтеся на репортері. З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.